Всем приветики. Я хотел бы показать вам, как правильно есть киви. Обычно все берут ножик и начинают вот так вот чистить. Обрезают эти штучки и начинают чистить. Но это неправильно. На самом деле, его нужно разрезать пополам. Затем, когда вы его разрезали, он такой красивый, сочный. Одно удовольствие. Потом, когда вы его разрезали напополам, вы просто берете ложку и начинаете его, ну, как бы так вот ложкой вырезать. И все. Вот он, пожалуйста. Почти что весь киви. Вот он на ложке остался. И вы просто берете и съедаете. Ну и остальное тоже уже ложкой уже подковыриваете. И потихонечку выедаете как бы. И все. Таким образом, ну вот первое, это то, что вы делаете ложкой. Ложкой, когда так вот выбираете его, вы сразу забираете все киви. Остальное это уже остатки, там уже вон практически вон она, коричневая кожура просвечивается. То есть здесь уже практически ничего не осталось. Ну, можно ложкой так вот пройтись, забрать остатки, как бы. Вот. Но в основном с первого раза вы забираете сразу всю киви. Остальное уже такое, ну, мелочь как бы. Также и со второй. Но лучше начать вот с этой части, не с этой, а с вот этой, потому что она потом тяжело отрывается. Просто так туда вставляете ложку. Только так вставляете, чтобы она не порвала. У меня она рвет. Вы так вот аккуратненько делаете, чтобы она не порвала как бы киви. Ну, просто на камеру я там не вижу, что снизу делается. А без камеры оно всегда нормально у меня получается. Ну и вот, сразу у вас получается вся киви. То есть вы разрезаете напополам и ложкой одну половинку забираете, вторую. И все. А дальше. Тут уже где много осталось, как бы. Ну, немного, но есть чем поживиться, как бы. Там же ложечкой подрезаете. Вот здесь я вижу, много осталось. Тоже так вот ложечкой. Ну, вообще, в идеале, конечно, было бы круто вот так все забрать, чтобы только кожура осталась. Но это сложно и долго, да и зачем? Из-за этого тоненького слоя, как бы вот этот слой тоненький. Хотя он довольно-таки... Просто ложкой не полностью захватил. Обычно ложка больше захватывает. И там слой остается потоньше. То есть это вот примерно такое вот вообще-то мало. Там и особо есть-то ничего. Вот. Ну, вообще, в основном, вы сразу всю массу забираете первым заходом. А все остальное это уже... И она порвала. Сейчас у меня обычно она у меня не рвется. Ну, я просто не вижу... Я сейчас смотрю на экран. Обычно, когда я смотрю, ну, на киви, на саму, то она, я так вот аккуратненько ложечкой подрезаю вокруг, все, достаю. И получается, вам что надо сделать? Вот вы отсюда заходите, забираете, так вот, и по кругу так вот обрезаете ее, и потом просто поднимаете ложку и съедаете. Здесь уже остается такая шкарлупка, и на ней, и в ней уже ничего нет. Вот, если по-хорошему, то вот если показать вам еще, у меня их много как бы. Ну, здесь даже есть такая линия, отрезок как бы. И, то есть даже уже сама природа вам говорит, что надо делать. Надо просто как бы прислушаться. Вот. Вот вы просто берете. Нет, они у меня рвутся. Не, это вообще плохо что-то.
В общем, я хотел так аккуратненько, что всю ее порвало. Ну, в общем, суть, я думаю, ясна. Просто нужно брать как бы и ложечкой. И еще, ну, у этой киви форма немножко неправильная. Она как бы это сказать, слишком, ну, более такая, ну, вот как это, типа, здесь она такая круглая, здесь она такая прям намного шире. Вот. Но в целом, я думаю, суть ясна. Вот, как-то так. На этом все, всем покедово.